Всем привет, дорогие зрители! Я по заказу нашел трехкомнатную квартиру в районе Каркаджак. Один клиент у меня попросил найти очень хорошую люксовую квартиру в этом элитном районе Каркаджаке с видом на море. Хочу быстро снять инфраструктуру и показать. Я, дорогие, квартиры не снимаю в основном. Здесь цены высокие, но пришлось меня отснять. Может, кому-то понравится. Если кто-то желает купить недвижимость в Турции, а именно купить квартиру в Алании, обращайтесь, поможем, чем можем. Здесь у нас вот такой полукруглый, то есть круглый, как яйцо, бассейн, там детский бассейн. Застройщик вот оставил столько площадку, он мог бы в этой площадке сделать очень большой бассейн. Я вот это не понял, сразу нашел минус у этого застройщика. Вот здесь такой проект. Состоит из двух блоков. Первый блок и позади один блок. Наша квартира в другом блоке. Здесь первая линия. Море. От проекта расстояние моря 50 метров. Но так как пляж находится в той стороне, в этой стороне у нас есть спуск, только скалы там. Ну, тоже нужно искупаться, но пляжа в той стороне. 150-170 метров до пляжа. Пройдемся. Инфраструктура присутствует. Проект был сдан в 2019 году, где-то 2-3 года проекту. Здесь у нас что? Что-то открытый бассейн был, что? Так. Здесь вход в здание. Такой мини-сад. Лесенки, придется подниматься к бассейну и спускаться. Вот наш второй блок. Здесь детская игровая площадка. Позади у нас генератор. Здесь у нас сад, бассейн, беседка, зона барбекю. Открытая парковка. Здесь и позади проекта. Здесь у нас фитнес-зал. Айда тут 250 лир. Такой фитнес-зал. Здесь теннисный стол. В этой стороне у нас сауна. Ага, что-то света нету. Вот сауна. Нашел. Вот такая сауна. Здесь у нас турецкий хамам. Такой. Свет тоже отключен. Здесь душевые кабинки, санузлы. Все. Так. Вызовем лифт. На этаже у нас, значит, одна квартира, вторая, три квартиры, 3-4 квартиры. Наша квартирка. Вот такая прихожая. Начну я с правой стороны, чтобы не крутиться. Здесь у нас спальня. Вид на соседний проект. Есть бассейн. Кому интересен этот проект, также есть, могу найти вам квартиру. Любой проект, дайте знать. Найду к дате вашего приезда любую квартиру. Или виллу там. Значит, такой встроенный шкаф. Справа у нас санузел. Душевой кабинкой.
там потом покажу. Уже вы вид на море увидели. Вот наша спальня хозяйская, просторная. Шумоизоляцию вы видите, алюминиевые окна, термопакет. Так, здесь у нас санузел. Так, кондиционер присутствует. Инверторная какая-то, ротоклимейт, слышал. Покажу шумоизоляцию, алюминиевые окна, термопакет. Вот. Балкон просторный, с видом на горы, на соседнее здание и на всю Алания. Здесь даже я вижу пляж Махмутлара, Каркаджака, весь берег, крепость Алании. Просторный балкон. Вот хотя бы застройщик вот это правильно придумал. Закрыл внешние блоки кондиционеров. Вот вид на море. Сторона этого балкона северо-западная. Теперь. Это у нас гостиная комната, совмещенная с кухней. Продается только с этой мебелью и бытовой техникой. Как видите, бытовая техника фирмы Арчелик. Духовка, микроволновка, холодильник, посудомойка. Так, здесь вытяжка Арчелик, плита Арчелик. Шкафы у нас все с доводчиками. Так. Шума никакого нету в квартире. Отсюда есть чудесный вид на горы, на море, на пляж, на крепость. Выйдем на балкон. Такой простой балкон. Есть где-то 18-20 квадратных метров. Вот, дорогие зрители, там пляж. Спускаемся вниз, прямо идем и налево. Красивый вид. Также отсюда есть вид на море. Хочу подвести итог о этом проекте. Проект был сдан в 2019 году в эксплуатацию. Снаружи есть у нас открытые парковки, которые я не смог показать, но все присутствует. Квартира находится на 4 этаже этого проекта. Расстояние от входа 50-70 метров до пляжа прямом до моря. 110 квадратных метров брутто, 95 квадратных метров жилая площадь. Но побольше вы сами увидели квартиру. Два санузла, две спальни, кухня-гостиная, просторная прихожая. Главное, цена этой квартиры 132 тысячи евро. Такая цена, ребята. Вид прекрасный, проект хороший, рядом море, элитный район, лес рядом. Впереди у нас также лес, в той стороне, где-то 20 метров от проекта. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании с шляпой. Всем пока-пока.